Имеем ли мы право забывать, чего стоили нам мир и свобода? Имеем ли мы право забывать наших героев? Ровно 20 лет назад ученики Ульяновской школы номер 81 вместе с художником и участником Великой Отечественной войны Мефодием Ивановичем Остапенко решили, что они должны сохранить память о человеке, который стал легендой для многих поколений – Дмитрия Михайловича Карбышеве. Ежегодно ульяновские карбышевцы участвуют во всероссийских слетах карбышевского движения, встречаются с ребятами из других городов, добывают информацию из музеев и архивов нашего города. Наш отряд занимается военно-патриотической деятельностью с 5 класса. Мы были сначала отрядом Тимуровским, а сейчас мы отряд почетного караула поста номер 1. Мы принимаем участие в конкурсах, митингах и акциях и встречаемся с ветеранами. Занятия в школьном музее формируют представление о добре и зле. И каждый участник музея уверен, что самое главное – быть патриотом своей страны и не предавать свою родину, чего бы тебе ни предлагали за это. Каждый человек в Российской Федерации должен помнить и знать, что он является гражданином своей родины. И именно за счет музеев вот такого вида, такого образца боевой славы мы говорим про патриотизм, мы воспитываем патриотов своей родины. И я считаю, что именно такие музеи играют большую роль в данном развитии. Пока существуют такие музеи, где помнят героев, говорят о цене победы и проводят исследования, находя все новые факты истории, можно утверждать, у нашей страны есть будущее.